Уфе проходят профилактические рейды по несанкционированным пляжам. Их проводят сотрудники Управления гражданской защиты Уфы, полиции и Центра общественной безопасности. Они осматривают берега водоемов с так называемыми стихийными пляжами, которые не имеют официального разрешения на купание людей. По словам специалистов, именно в таких местах чаще всего и тонут. Это происходит в том числе из-за того, что здесь нет стационарных постов спасателей. Мы призываем людей купаться в оборудованных местах, которые оборудованы в городе Уфе, где дно осмотрено водолазами, очищено от посторонних предметов, нет вероятности повреждений каких-то посторонними предметами. Осуществляется дежурство спасателей с утра до заката солнца. То есть до 11 часов стоят спасатели, именно до последнего, как у нас говорят, купающиеся. С начала купального сезона в Уфе уже утонули 4 человека. По словам спасателей, большая часть смертей на воде связана с употреблением алкоголя. В ходе рейда проведены профилактические беседы по правилам купания, а также соблюдение санитарных норм.